Настоящее представление с театральным сценарием, музыкой, светом и танцами. В благотворительном спектакле «Мама» задействованы только юные актеры. Все средства, как и с первого нашего проекта, мы передадим благополучателям. Среди наших постоянных благополучателей это детский фонд «Искорка». И в этот раз мы решили еще помочь фонду развития детского дворового футбола. Это желание самих детей, и мы сегодня покажем то, что мы записали несколько дней тому назад на одном из генеральных прогонов. И это небольшой фильм, где дети рассказывают, зачем они участвуют в этом проекте. И, пожалуй, каждый второй говорит о том, что он искренне хочет помочь другому. По-моему, это хорошо. В предыдущем спектакле, когда был предыдущий благотворительный, мы много об этом говорили. И сейчас, когда мы обсуждали о том, что деньги со сборов пойдут на благотворительность, конечно, она была очень рада поучаствовать в таком большом мероприятии и помочь больным детям. 2 месяца ежедневных репетиций, недетская ответственность и полный зал зрителей, в числе которых родные и близкие. Мы должны это организовывать, поддерживать детей, мы должны воспитывать детей наших, чтобы они понимали эту ответственность и делали свой вклад в это общее дело. Что мы можем сделать? Масштаб большой страны. Объединиться в единое дело во благо чьей-то судьбы. Каждый день репетиции. Уставшие спешим домой. И пусть не актеры великие, но с чистой большой душой. Закончится репетиции, премьера спектакля пройдет. И пусть наше дело и право обязательно жизнь спасет. Этот спектакль – настоящий праздник и для актеров, и для зрителей. В то же время это и повод поговорить на серьезные темы.